Коагулометр TS4000. Медицинский маркет ITMED представляет топовую модель коагулометра TS4000 производства компании HTI Соединенные Штаты Америки. Анализатор TS4000 применяется для оценки показателей свертываемости крови. Для анализа используется электромеханический принцип детекции сгустка. Клавиатура прибора удобна для работы оператора. Важно отметить, что анализатор TS4000 имеет открытую систему реагентов. Автоматическая пипетка используется для начала отсчета времени реакции, что исключает возможные погрешности оператора. Анализатор Coagulogram TS4000 обладает рядом преимуществ. Это возможность проведения срочного анализа. Одновременно исследуются 4 показателя. Протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время и фибриноген. В ходе анализа отрабатывает встроенная программа контроля качества. В расширенном варианте дополнительно исследуются такие параметры: протеины, C и S, факторы, антитромбин 3, гепарин и низкомолекулярный гепарин. Прибор в своем составе имеет 4 измерительных канала с постоянной температурой 37 градусов Цельсия, 16 подогреваемых позиций для образцов, 5 подогреваемых позиций для реагентов, 4 встроенных таймера со звуковым сигналом. Коагулометр сохраняет до 18 калибровочных кривых. Информация отображается на жидкокристаллическом дисплее. Печать результата осуществляется на встроенном термопринтере. Программный алгоритм обработки позволяет исключить влияние на конечный результат анализа таких факторов, как гемолиз, лимфа, мутность, вязкость плазмы и другое. Анализатор может быть подключен к персональному компьютеру. Отдельно подчеркнем высокое качество и воспроизводимость результатов. В комплекте находятся подробные инструкции на русском и украинском. Цена коагулометра является взвешенной и окупаемой. Купить коагулометр TS4000 вы можете в медицинском маркете ITMED. При этом вы получаете продленную гарантию – 2 года. Коллектив медицинского маркета ITMED желает вам приятной работы. Подписывайтесь на канал ITMED, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях.